Однажды, когда дзен-монах Танзан и еще один молодой монах путешествовали, они встретили красивую девушку, которая не могла перейти глубокий ручей с сильным течением. Танзан предложил помочь и перенес ее через ручей. Он попрощался с девушкой, и монахи продолжили свой путь. Через несколько дней пути молодой монах повернулся к Танзану и очень взволнованно спросил: «Я думал, что мы, монахи, должны избегать женщин. Зачем ты ее так поднял?» Танзан ответил: «Какая женщина?» «О, ты имеешь в виду ту женщину? Я давно ее отпустил. А ты все еще ее несешь?» Что имеет в виду Танзан, когда говорит, что молодой монах все еще несет ее? Природа ума такова. Причина, по которой люди испытывают сложности в своей жизни, в том, что они не приложили никаких усилий, чтобы понять природу своего ума. Один из фундаментальных аспектов ума заключается в том, что когда вы говорите «я не хочу чего-то», это становится природой вашего ума. Это становится основным его содержанием. Если вы скажете «я не хочу думать об обезьянах», если вы даете обет «с этого момента я не буду думать об обезьянах», то весь день будете думать только о них. Если вы не давали такой обет, то, вероятно, никогда не подумайте об обезьянах, если только не увидите их. Итак, быть монахом, быть брахмачарием — это не значит дать обет, что вы не прикоснетесь к женщине. Вы взяли на себя определенное обязательство достичь чего-то более высокого в своей жизни, прикоснуться к иному измерению, где мирское будет для вас бессмысленным. Но если этого не произошло, и вы пытаетесь соблюдать это как строгий обет, вы думаете, что если не будете прикасаться к женщине, то станете брахмачарием или монахом? Это не так. Монахом можно стать только если вы стремитесь к чему-то высшему, если вы постоянно стремитесь к чему-то более высокому, и поэтому не смотрите на то, что происходит вокруг — это другое. Но говоря «я не буду смотреть на это», вы заполните этим свой ум. Итак, какой-то женщине была нужна помощь. Монах помог ей, потом оставил ее там и пошел дальше. Второй монах женщину не трогал, но вот уже два дня он думает только о ней. Он не может отпустить ее. Тот, кто сделал то, что нужно, оставил женщину позади. А тот, кто пытается избегать женщин, все время о них думает. Так что дело не в женщинах, не в чем-то еще, а в понимании природы вашего ума. Если вы скажете «я не хочу этого», только это и будет происходить, потому что в этом уме нет ни вычитания, ни деления. Вы не сможете насильно выкинуть из головы даже одну мысль. Что бы вы ни пытались сделать, всегда будет только плюс один. Будет происходить сложение и умножение, но ваш ум не знает вычитания и деления. Так что вы не можете насильно убрать ту или иную мысль. Просто если вы стремитесь к чему-то другому, все эти мысли могут испариться. Если вы хотите подняться на вершину горы, вы очень сосредоточены на этом, тогда вас не интересует то, что находится у подножья. Но если вы пытаетесь уклониться от предгорья, как вы доберетесь до вершины? Вы никогда туда не попадете. Не так ли? Если вы избегаете предгорий, как вы достигнете вершины горы? Вы никогда ее не достигнете. Если вы сосредоточены на вершине горы, то пересечете предгорье и даже не заметите этого. Поэтому он помог этой женщине. Это не было проблемой. Вероятно, он даже не задумался, мужчина это или женщина. Кто-то попросил о помощи, он просто помог и пошел дальше. У другого же мужчины, который пытается избегать женщин, мысли заняты только ими.